Сегодня свой вековой юбилей отмечает известная журналистка и писательница Валентина Эльби. Впервые в чувашской печати это имя появилось в середине 30-х годов. Ее первый рассказ «Ради детей» был опубликован в газете «Канаш». Начинала творческий путь Валентина Андреевна в редакциях районных изданий. Затем довольно долгое время проработала редактором детского вещания на радио и телевидении. Валентина Эльби родилась в деревне Старая Буянова в обычной крестьянской семье. В молодости, вспоминает сейчас юбилярша, ей приходилось самостоятельно учить русский язык. Она перечитывала в школьной библиотеке классическую литературу. Книги она начала писать в 30 лет. Излюбленная тема ее произведений – детский мир. Герои романов Эльби сражались на гражданской войне, служили на границе, помогали милиционерам задерживать преступников. Сейчас, признается юбилярша, многие эпизоды для своих рассказов она черпала из личной жизни. Ярких картин было немало. И эти картины, которые я видела в детстве, я уж постаралась там, когда я сама писала, там многое я включила это, писала. И каждый внес. Всего из-под ее пера вышло более 20 книг. Одну из них даже включили в школьную программу и перевели на марийский язык. Сегодня Валентину Андреевну поздравляли бывшие коллеги и официальные лица. Министр культуры Чувашии вручил ей благодарность от главы Чувашии и телеграмму от Владимира Путина.